2019 вот-вот станет историей. Сегодня я и мои коллеги постарались подвести итоги года уходящего и рассказать о значимых событиях и уникальных земляках. Но ведь для каждого этот год запомнится своим. Чем особенно гордятся жители областного центра и о чем мечтают в новом году? Узнаем прямо сейчас. В этом году внучка закончила Московский университет, факультет журналистики. Сейчас она работает в Минске. Приехали из города Сипоище на турнир по интеллектуальным играм. Порадовала команда, завоевала 5 дипломов. И одна команда, и вторая команда, ну, в общей сумме 5 дипломов. В городе Гомеле, скажем так, проездом, а может даже не проездом, останемся, возможно, навсегда, так как в этом году буквально вот на днях мы приобрели здесь квартиру. Поступила в колледж в городе Эдинбурге на специальность английский язык. Ничего такого очень плохого не случилось, и это уже радует.